Всем привет, ребят. Запилил я вам уже кучу видосов нового героя, показал в действии, как выбивали. Таланты, руны показал. Вечером буду прокачивать, закидывать вам уже судьбу. Сейчас мы пойдем в турнир героев, суд героев, так вот его называют. У нас есть здесь, я не знаю, две фракции или что. Вот, походу, против каких героев мы участвуем. Вот можно получить камни, то есть, доходя до каждой волны, можно получить один камень. Это выбирать надо. Угу. Вот так вот даже. До одного камня, а в этой можно осколки получить. Вот так вот. Значки почета, самоцветы и осколки. В принципе, неплохо. А в этой можно получить камни. Против каких героев ты хочешь? Неплохо сделано. Так, это что? Это какие герои, походу, сюда вылазят, судя по всему. Так, ну хорошо, давайте уберем моего нового героя. Поставим вот так вот. Думаю, до вечера уже что-то прокачаем. Так, вместо Минотавра Махатму поставим. Поехали. Поехали, потестим, посмотрим. То есть, в общем, получается, за первую вы получаете значки почета, осколки этих героев. В принципе, неплохо. 6 попыток, судя по всему, есть. Так, за вторую вы получаете осколки этого героя, против какого. И плюс камень. Вот этот камень для улучшения на 9 скилл. Вот это прикольненько, конечно. Тут мы ничего не получаем. Вот так вот. То есть, по сути, нам надо бить этих героев. Так, Гарпия, Леди Лео. Ну, давайте против этого попробуем. Вот 9, не знаю, посмотрим, что там дальше будет. Интересно очень посмотреть. У меня, в принципе, герои прокачаны. Сейчас давайте первый тест сделаем. По сути, 6 в день, в сутки. Так, ну, давайте Влада Дракула. Поехали. Смотрим. 8-я волна, 255-я. Давайте посмотрим. Ты, да, они жесткие. Фига себе. Ушатали, походу придется строить расту. Так, давайте Анубиса берем. Что там у нас, списали попытку? Да, вот. Вот, не зря я у себя на основе копил кучу карт, скупал. Вот видите. Не зря, не зря. Так, можно героев обновить вот так вот. За самики дальше идет раз в 4 часа. В принципе, годненько сделали. Честно говоря, мне нравится. Так, значит, делаем так. Добавляем сюда. Однозначно Афина нужна теперь нам. Для заряда энергии. Хотя можно, в принципе, в 7-7. Ну ладно, возьмем Афинку. Афинка раз. Ставим грубую силу. Конечно, блин, перекачивать придется теперь кучу всего. Так, Бугимен. Ставим Рудольфа. Огнекрыла тоже берем. Ставим его смертушку, давайте. Так, Фрея тут нам особо сейчас не нужна. Вместо Фреи мы поставим Нубиса. Нужно будет даже восьмерку ему сковать. Так, Анубис. Есть. Так, тут у нас кто? Варжей. Попробуем так поставим Варжея. А рунами поставим его. Давайте, будет каменка какая-то, не столь важно. Так, у Анубиса я там, по-моему, забрал. Сделал, блин, Анубиса, поручный пак поставил. Вот, ну.
Так, ну давайте для урона что интересно. Любой. Такс. Тут у нас пусть будет так. Тут там у нас еще Атлант. На Атлантика. Так, вместо Атланта кого лучше поставить? Поставим с этой стороны Бигфута. Вот такая вот сборка у нас будет. Поехали, попробуем еще разок. Ну, конечно, сложновато проходить будет, но интересно. На основе однозначно будем фармить камни. Полным ходом. Так, Кенди, Химка. Ну, я думаю, дерево. Оптимальный вариант. Поехали. Сразу 18-я волна включается. Фига себе. Это не просто 8, это 18, ребят. Ну, в принципе, если за само пропускать можно, без проблем затащили. Что мы имеем? Не понял. А камешек что не дали? Что за прикол? Типа шанс, что можно получить. Ну давайте, ну Химка, думаю, нас тут затащит. Однозначно убьет. А может и нет, нет, успели, отлично. Две, а камня нет. Давайте сделаем обновить за 100. А, так, сердцеедка, гарпия, Тесса. Давайте попробуем против Тесса. Ну почему камни не падают? Что тут шанс настолько маленький? Я думаю, их все равно будут за донат продавать со временем. Плюс 2. Камней все равно нет. Странно. Дальше не дает продвигаться. Может, надо всех троих убить? Ну, давайте попробуем всех троих затащить. Правда, против Тасы. Я думаю, Тасы мы тоже сейчас убьем. Без проблем. 60 самов. Давайте Гарпию, надеюсь, тоже убьем. От 2 до 12 осколков дают. Тоже неплохо. Тут нас слили просто. Давайте обновимся. Стартуем, начинаем сначала с варлоков. В принципе, варлоков должны затащить. Да, затащили. Блин, вот я не могу понять систему. Давайте. Тридцать шесть показывает. 36 юнитов походу вылезет сейчас так. Ну, успели. Затащили. Ну и бульдозеров, думаю, тоже должны затащить. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Отлично. И чё? А где камни? Типа L12. Как-то непонятно. Самики тут дают. Ну давайте еще разок попробуем. В общем, очень много вопросов. Почему камни не дают? Судя по всему, они будут рандомно падать. Два осколка. Давайте попробуем меньше волны, не знаю. Тут как-то изи L5.
В общем, нет, сейчас попробуем перезайти, еще посмотреть. Ну, блин, я уже всех перебил, и все равно, как видите, давайте седьмую попробуем. Но фармить самики, в принципе, неплохо вот так вот. Правда, падали бы они еще так. Но седьмая вообще на изи проходится. То же самое, в принципе. Давайте попробуем перезайти. Может, как награды придут. В общем, вот так вот. Очень-очень много вопросов по этому поводу. Наград не вижу. Никак не вижу. Нету. В общем, даже не знаю, ребят, что сказать, но реально, мне кажется, все-таки будут за донат продавать, потому что не падает оно. Скорее всего, есть какой-то шанс, но пока нам ничего не выпало. Давайте сейчас так попробуем в ускоренном режиме. Может, повезет. Пишет, что должно падать. А какой шанс? Не видно. Думаю, дальше уже узнаем, но пока, как видите, то есть, в принципе, их несложно проходить, можно подобрать героя, поставить расту, как бы. Давно не секрет, как проходить, хранитель там и прочее, оно без денег всех ушатает. Но вопрос в том, что камни отсюда не падают. Показывают, что падают, но пока, к сожалению, не падают. В общем, вот так вот все. Пишите комменты, подписывайтесь, лайки, репостики. Ждите новых видосов. Всем удачи, всем пока.